Встреча первого заместителя председателя Брестского облсполкома Михаила Юхимука с делегацией из Республики Индонезия состоялась сегодня в городе над Бугом. К слову, этот открытый диалог – первый шаг к установлению дипломатических отношений между провинциями Западная Суматра и Берестейским регионом. Рабочий визит – это хорошая возможность познакомить гостей области с перечнем активно развивающихся предприятий, их продукции, рассказать о достижениях, а также о том, над чем двум регионам можно будет совместно работать в будущем. Все регионы Республики Беларусь весьма заинтересованы в добрососедских, хороших отношениях во всех отраслях со странами. И я надеюсь, что это начало доброго пути в наших отношениях. На сегодняшний день отношения Берестейского региона и Республики Индонезии ограничивались лишь импортом товаров. Однако эту тенденцию нужно менять, уверены две стороны диалога. Берестейцев заинтересовало предложение индонезийцев, касающееся поставки в регион кофе, какао и специй. Представители провинции Западная Суматра, в свою очередь, приехали в регион, чтобы ознакомиться с белорусскими технологическими новинками, вузовской системой образования и наработками в сельскохозяйственной сфере. Нам известно, что в Бресте развивается огромное количество современных технологий в различных областях промышленности. Кроме того, в Брестском регионе очень развит сельскохозяйственный сектор экономики. Именно это более тесное знакомство стало поводом для нашего визита. Встреча представителей Берестейского региона и делегатов провинции Западная Суматра получила свое логическое продолжение. В ближайшее время между сторонами будет подписан протокол о намерениях. Это решение позволит в дальнейшем закрепить отношения договором о сотрудничестве, что даст серьезный толчок для реализации новых совместных проектов и инициатив.